Всем привет! Находимся в Москва-Сити, Башня Федерация. Сегодня у нас деловая встреча с нашими будущими партнерами в Самаре. Ребят, как вас зовут? Расскажите, начнем с тебя. Меня зовут Вадим Гаврилов. Я представитель самарского офиса, который мы уже открыли. Это будут для вас новые возможности. С регионов, которые ближе к Самаре, вы сможете приезжать, мы сможем вас консультировать и оказывать еще качественные услуги, которые мы и так оказываем очень качественно для вас. Смотрите, Самара, она на самом деле действительно ближайший город к Казахстану, например, да, к Кыргызстану и прочим городам платформы СНГ. У нас еще один есть коллега. Как тебя зовут? Всем привет, меня зовут Анастасия Петрашова, я тоже представитель из Самары. Обязательно оставляйте заявки, приходите, мы расскажем, ответим на все ваши вопросы с удовольствием. И будет все доступно и понятно обязательно. Спасибо.